На эти сумочки Michael Kors я уже не один раз делала обзор. Сейчас получила ее в новом цвете, вот таком вот в пудровом. Знаете, на сайте она была прям розовая-розовая, а тут она как бы все-таки больше по факту как пудровый цвет. Он очень красивый. Здесь вот такой вот брелочек. Брелочек съемный, он на цепочке. Снаружи, смотрите, вот такой кармашек. Особенностью этой сумочки является то, что вы ее можете носить как кроссбоди. Здесь длинный ремешочек идет через плечо, как поясную сумочку, потому что этот ремешок снимается по бокам. Здесь он на карабинах снимается, и вот здесь вот есть петельки для того, чтобы продеть ее, его, точнее, ремешок через эти петельки и одеть ее на пояс. Отверстий в этом длинном ремешке достаточно много, поэтому подойдет под любой объем талии. Вот. А также ее можно носить еще и как бананку. То есть это прям даже сумочка 3 в одном, я бы сказала. Размер. Она достаточно компактная, но при этом невероятно вместительная. Сюда хорошо помещается, в принципе, любого размера телефон. Ну, еще много всего. Сейчас достану все эти бумажки. Вот. И внутри, значит, смотрите, вот такой кармашек для ключей, не знаю, там кто для чего использует. С этой стороны есть три кармашка для карточек. Внутри отделка тканевая, вся фурнитура золотистого цвета, вот. Но цвет самой сумочки, он просто невероятный. На весну, на лето шикарный, отличный вариант. Вот, она очень красивая, вот такая вот. И ремешочек, смотрите, он тоже из такой кожи сделан. Кожа зернистая, сумочка пачкаться не будет. Честно скажу, по опыту знаю, потому что у меня такая белая есть из такой же кожи. И ей вообще ничего не происходит.